ничем результативным. В этой части протокола пока еще капитан Рейнджерс не отметился, но вполне возможно придет его еще черед, может быть даже и в третьем периоде. Жилецкий. Коньки одного из главных арбитров здесь пришлись очень не кстати. И гол! Вот так вот! Девил снова впереди. С быстрого гола начался у нас второй период, с быстрого гола начинается период третий, но уже совсем другие ворота, если брать принадлежность их. А так-то, если брать расположение этих ворот, то ворота те же самые. Этот быстрый гол влетает. Ворота, которые на нашей стороне справа. Так, Жирецкий делает передачу под синюю. Тем самым еще один, похоже, балл результативно зарабатывает или нет. Все зависит от того, на Кларксон запишет эту шайбу после наброса Энрике или не запишет. Да, вполне кларксоновская шайба. Так, и высоко поднятые клюшки тут не было, на мой взгляд, все-таки. Ну, по крайней мере, в момент касания не была она выше плеча. Так что, если есть какие-то сомнения по поводу того, засчитывает ли этот гол или нет, то, по крайней мере, у меня их нет. Отлично отработал Кларксон на пятаке. Переадресовал шайбу по направлению к воротам. По уже